Battle control reestablished. Восстановлен контроль над полем боя. Preparing firing on enemy vessels. Подготовим атаку на вражескую технику. Taking attack positions. Приготовились к атакующей. Занимаем атакующие позиции. Okay, that submarine in red. Это submarine уже красная. Fine. У этого вака нормальное положение. Yeah. Okay, that's it. That's a nice deposit of resources. Хороший такой залежь ресурсов. Трансфер, перебросим. Mining station in 3 turns. Шахта через 3 хода будет готова. And we can start production of new research labs. Можем уже начать производство новых лабораторий. Okay, that would be nice place for another refinery. Еще один обогатитель можем здесь же разместить. Transfer resources, все ресурсы перебросили. Refinery in 9 turns. Okay. Ну через 9 ходов тоже неплохо. Plus 4. Плюс 4. Okay, that would be ready. Это будет готово. Ah, by the way, with the resources, кстати, с ресурсами. No, that's fine. Это хорошо у нас все. That would be more gold. Еще больше золота станет. Okay, that's... We need to do something with the refineries. Что-то с обогатителями надо будет сейчас решать. Stop, stop. No, 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 no. Load here. Здесь грузим. Activate the video. Transfer here. Сюда перебрасываем. 47, that's much better. 47 это уже значительно лучше. In 5 turns, okay. Ну, за 5 ходов это уже пойдет. Next turn we will be ready to repair. Следующий ход готов уже ремонтировать. How much factories are reports отчеты score? Still no ecospheres. Все еще нет никаких экосфер. We need much more resources. Нужно значительно больше ресурсов. Мисокрузер, ракетный крейсер будет доступен. And then we will slow down the production of the shipyard. Потом верфь замедлим производство. Сюда перебрасываем. Okay, on the way. Ну ладно, в пути. 5 turns, that's okay. 5 ходов нормально будет. Mining station. Станция добывающая. No, gunboat console. Отменен у нас вот этот. More submarines. Больше submarines. Slow down. Замедляем производство. Okay, now we can hunt and destroy enemy. Units. Так, теперь можем, собственно, атаковать и уничтожать вражеские. Okay, that's the fighter. Так, это истребитель. Returning back. Уходим отсюда. Unit here. Зенитка готова. That's amazing. Это потрясающе. That would be fighter complete in one turn. За один ход у нас истребитель будет готов.
and bulldozer, и бульдозер. And missile crawler, и ракетный крейсер. Окей, upgrades, улучшение. Starting with the fighter. Давайте-ка попробуем истребить все. That's range 6, 6 радиус по поражению. No, that's not needed yet. Это пока нам совершенно не нужно. There is no superiority in that. В этом никакого превосходства мы не получим. Now, bulldozer or missile crawler. Ракетный крейсер. Ракетница. 12 range, 12 радиуса. Or bulldozer, или бульдозер. Okay, bulldozer needs speed. Бульдозеру нужна скорость. Missile crawler, ракетный крейс, ракетница. More damage, больше урона. More munitions, амуниции больше. Добавим. Okay, 28 damage, 28 урона. That's good, это хорошо. We can start an assault operation with that. С ней можно будет начать уже атакующую операцию. The bulldozer also upgraded. The bulldozer no solution. And then we will take all the materials for the submarine upgrade. А потом мы приготовимся к улучшению субмарины. Plus 20, плюс 12. We need another gold vault. Еще нужно хранилище золота. Yeah, we need to construct another gold vault. Еще хранилище золота надо будет производить. Does they have anything close with range? Есть ли у них хоть что-то похожее по дальности атаки? I doubt that, I очень сомневаюсь. And what's with my amount of resources? Что у нас? 55 плюс 55. Okay, that's still low, все еще мало. Next turn we will receive more mine. Еще шахту получим. 5, that's not a lot. 5 это не очень-то много. This 15, it's nice. Вот 15 это хорошо, конечно. Бульдозер next turn. Так, бульдозер будет следующий ход готов. We need to clear that. Вот это надо будет зачистить. Prepare to fire. Готовы к атаке. Yeah, we need that. Да, нужно уничтожить. All we can have. Это все, что можно иметь. Окей, underwater. Так, ушла под воду. We can actually open fire. Кстати, можно открыть огонь. Getting here. Сюда пошли. Окей, recon objectives would be the main. Разведывательные задачи будут сейчас основными. Activate seat clear. Так, давайте-ка начинаем убирать. Transfer, перебрасываем. No, I need 3. Отлично, 3. Будет repair, ремонт. Окей, that's perfect, идеально. Transfer back all the resources, все ресурсы назад. New gold refinery, новый золотообогатитель. And we will need new. И потребуется сейчас еще новый. Yes, get here, сюда. Missile crawler ready. Готов ракетный крейсер. We have the fighter, есть истребитель. Let's cover here the area. Вот тут вот прикрываем наш зону разведки. Okay, we're turning back. Возвращаемся назад. All resources here. Все ресурсы сюда.
Another. No, not all resources. Не, не все ресурсы нужно. Can we build here the gold vault? Золотохранилище мы не можем построить. So let's have 54. Ну давайте 54. Now that would be enough for the gold vault. Все, на хранилище золота достаточно. Plus 9. Плюс 9. Окей. Another gold refinery. Еще. Две золотопогатителя будет. Это хорошо. That's nice. Это очень даже хорошо. And we have the shortage of... Ресурсов серьезно не хватает. That would be completed in few turns. Через пару ходов будут завершены вот эти вот строения. Activate this. Активируем. Transfer resources. Все ресурсы сюда. Build connector path up. Строим соединитель вверх. Да. Checking this area. Давайте-ка вот эту зону еще проверим. I doubt that there is something gonna be. Я очень сомневаюсь, что там что-то будет. Rocket power ready to fire. Так, ракетница у нас готова к атаке. And you know what? Знаете что? Activate this. Активируем вот этих парней. Грузим. So first assault team ready. Первая штурмовая команда готова. Nobody to fire. Не по кому стрелять. Freaking research, да, исследования у них тут уже, so they have the lab, у них есть лаборатория. Submarine into turn, субмарина через два хода. We have anti-air cover, отлично, есть прикрытие. First enemy, где враг? Getting here. Сюда полетели. All air. Так. Все воздушные войска. Prepare to move. Готовимся выдвигаться. Yeah, we will attack from this direction. Да, именно с того направления и будем атаковать. Station. Новая добывающая станция готова. Here we need a port. Там надо порт построить. Okay, I think this is time for the laboratory. Время лабораторию еще одну развернуть. What's with the power? Что у нас с электроэнергией? 19 of 25. 19 из 25. Okay, that's good. Это хорошо. Get here. Сюда движется. Okay, we will deploy that on island. Его на острове надо будет разместить. Into turns, in three turns. Через два хода, через assault gun. Fighter, истребитель, submarine, субмарина. What's with the gold? Что у нас с золотом? 94, 94. More gold. Еще больше золота приходит. Просто жесть. Okay, power plant turn on. Отлично, электростанция включена.
Ready. Готово. All ready. Alien tank. Так, это у нас вражеский танк. Enemy incoming. Так, враги движутся к нам. Окей, I see the enemy. Транспорт, вижу вражеский транспорт. They want to actually deploy somewhere their forces. Я смотрю, они хотят куда-то войска свои разместить. Не пойми куда. Total usage. Опция использования 6 out of 6, 6 из 6. Something wrong, что-то не так. Okay, next turn we will have the submarine. Следующий ход у нас будет submarine. And the utmost important for the submarine right now is range. Самое важное сейчас для субмарины это зона обзора. Movement not that important. Перемещение не так важно, but the range is important. Но вот зона обзора имеет большое значение. Movement, перемещение. We don't need that. Нам это не нужно. We need only the range. Мне нужно только дальность зрения. 55. Here, сюда ресурсы 16. So, anti-aircraft, зенитка. Okay, info turn за 4 хода. That's acceptable. Это приемлемо. Вот этого активируем. 44. What we can build here? Что мы можем здесь построить? Another lab, еще одну лабораторию. Let's build a lab. Да, давайте-ка лабораторию развернем. Mining station into turns. Шахта через два хода будет. That's everything. Фактически это все, что можно было загрузить. Мы загрузили. Transports is not ready. Мои транспорта еще не готовы. Submarine next turn, да, submarine следующий ход. Again shipyard. Снова верфь они разворачивают. Vehicles approaching. Так, вражеская техника приближается. Fire. Огонь. Here we go. Погнали. No, in range. В зоне поражения. Fire. Огонь. Загрузили. Okay, that's a good amount of resources. Ну, неплохо. Ресурсов мы подняли 15, это тоже хорошо. 15, that's also good. So, another gold refinery. Ну что, еще одна золотообогатитель. We need power plant. Нужно сейчас электростанцию развернуть. Three turns, три хода.
What's with resources? Plus 6, плюс 6. Upgrade 40. У нас уже 40 золота. A submarine next in 4 turn. Через 4 хода у нас будет следующая субмарина. We can upgrade the fighter now. Истребитель можно теперь как-то улучшить. So that would be at least better range. Ну, хоть немножко больше радиуса. Damage. Урон нам потребуется. Movement. Перемещение. Okay. Wait. Ждем. That won't help. Это не поможет. If we will modernize the assault gun, what we will receive? А если штурмовое орудие улучшить, что мы можем себе позволить? Range, зону поражения. Okay, 7, that's good. 7, это уже хорошо. Damage, урон. We don't need movement. Нам перемещение совершенно не нужно. We need damage. Нам нужен больше урона. One health, одно здоровье. Okay, let's have this. Ну, давайте-ка вот так вот. Munition. Количество амуниции. Okay, plus 2 fire, плюс 2 выстрела. 22 damage, 22 урона. That would be nice. Будет достаточно хорошо. Let's do that. Давайте так сделаем. And what's here? Что у нас здесь? 20, 20 usage, использование 2. Yeah, we have 1, 2, 3, 4 gold refineries. 4 золотых обогатителя у нас. 17 resources, 17 ресурсов. What we can afford with that? Что мы можем себе позволить с этим? Activate here. Ну, вот здесь активируем одну. Transfer resources, все ресурсы забрали. Moving here, движемся сюда. Oh, we will build here the platforms. Сейчас платформы будем производить. The fastest way is to do that with two engineers. Быстрее всего двумя инженерами сейчас будет развить эту инфраструктуру. Okay, this, вот это. By the way, кстати, wait a bit, подождите. No. That's stop. Это останавливаем. Back here, please, пожалуйста, назад. There is a problem, проблема. Yeah, I just understood that we have a problem with this. У нас вот этими проблема, ребятами. What we have discovered? Что мы здесь обнаружили? It's only one enemy, только один какой-то враг. Where is my submarine? Где субмарина? Submarine away. Да, субмарина движется вперед. That's all I can do. Ну, это все, что могу. Get it here, заберем. We need to clear that rubber. That would remain. Надо будет как бы уничтожить все то, что останется. Fire. Огонь. Стоит. Так, вражеский транспорт уничтожен. That's good. Это хорошо. Now, this is dangerous. Вот это опасно. Again, shipyard, снова верфь у нас строится. Okay, I don't mind if those planes would move away. Я вообще не возражаю, если эти самолеты уйдут. Even this, даже так. Okay, I can open fire, я могу уничтожить. Because that's too far away from the base. Слишком далеко уже ушел. Улетел, и он не может двигаться. He cannot move. Bulldozer on this side. Bulldozer на эту сторону. New fighter available. Новый истребитель готов. Getting in combat. Движется в бой. Exhausted.
здесь сейчас будем крутить. Окей. We can start construction. Можем уже начать производство. Activate. Yeah, there is danger. Да, есть опасность, что этот при... But he did not survive. Но он не выжил. This is how nicely it goes. Вот как у нас замечательно все происходит. Окей, okay, can we load? Можем ли загрузить этот? Yeah. Yeah, move through here. Ну где двигаемся сюда? No. Не. Damn, да твою ж мать. Water platforms. Водные платформы пошли производить. New mining station, новая. Добывающая станция готова. Another habitat, I guess. Наверное, еще жилище надо будет. Assault gun ready. Есть штурмовое орудие. So that's another tool that we can use on this front. Еще один инструмент, который мы сможем на этом фронте использовать. Ground attack plane. Do we really need that? Нужен ли мне атакующий наземный этот самый? No, нет. I need another evac and another transport. Мне потребуется сейчас еще один авакс и еще один транспорт. And fighter, и потом еще два истребителя. And then a ground attack plane. So, только потом наземные атакующие войска. Я думаю, сюда пошли. New gold refinery. Отлично, еще один золотообогатитель у нас готов. Окей, я. Ну да. Transfer here, сюда перебрасываем. Now, what I want to build is actually the barracks. Так, казармы нужно построить. And we need saboteurs. И нам потребуются саботажники. 19 resources, 19 ресурсов. Окей, стоп. Info turns 32, через 4 ход 32, ну, so we need to have at least 40, нужно где-то 40 иметь. Transfer complete. Yeah, this in 3 turns, за 3 хода, ну неплохо и за 3 хода. We need another habitat, еще одно жилье нужно. Отлично, и жилье через 3 хода будет готово. What's with resources? Что с ресурсами? Plus one gold, плюс одно золото. Okay, at least one more refinery. Еще хотя бы одно обогатитель надо будет поставить. And the problem will be solved. И проблема будет как бы решена. Okay, давай сюда ближе. Fire. Огонь. Да, в бой уходит. Окей. What destroyed? Что у нас уничтожили? Reports, отчеты. Fighter has been destroyed. Истребитель уничтожен. Окей, okay, there is enemy fighter here. Так, у нас походу здесь вражеский истребитель был. This is under attack. Так, вот этот был атакован. Okay, here is the enemy. Так, тут у нас враг. Can I destroy? No, one shot is not possible. Нет, один выстрел невозможен. But if we win this battle, но если мы этот бой победим, that would secure our... Это обезопасит наши, как бы... Flying back. Все, возвращаемся назад. Where is it? А где наш... Where is our transport? Где наш транспорт?
Oh, here it goes. Hold on. Yeah. That's a transport. Вот наш транспорт. Activate. Вот тут вот активируем. This ship moves nearby. Этот корабль близко около нас будет. Where is my submarine? А где субмарина? Hey, where is my little submarine? Где моя маленькая субмаринка? Oh, here it is. Вот она. Oh, nothing to construct. Серьезно, нечего производить. We have another missile cruiser. Еще один ракетный этот самый крейсер тогда заказываем. And this, и вот так вот. Yeah, we have this. Вот, все, производство загружено. We have something to produce. Полно всего, что можно производить. Research center is available. Так, научный центр готов. Transfer complete. Ready. Ну, сюда двигаемся. Start. Запускаем research, исследование. Окей, scan in one turn. Сканирование через один ход будет. Через один ход. Next, we will try to increase range. Потом радиус попытаемся улучшить. Build here another power plant, please. Еще электростанцию, пожалуйста, размещаем здесь. And we will need another defense. Нужно будет еще оборона. Third connector, соединители. Вот так вот. So all infrastructure there. Вся инфраструктура подведена туда. Activate, активируем. Sentry, оборона активна. Okay, we need undercover of those anti-air. Надо вот эти зенитки, собственно, чтобы нас прикрывали. Load, грузим. Corner, на самый большой угол. Activate, активировали. Here what I wanted to see. Вот что я хотел увидеть. So that's the perspective position of the base. Вот это, конечно, перспективное направление для развития базы. Hey, this one, так, вот этот moving awesome. Тоже сюда перемещается. Everybody here. Все сюда. Supply track, грузовой автомобиль, AVAX would be available, AVAX будет доступен, submarine into turn, субмарина через два хода, upgrades, улучшение, for submarine we need another range, для субмарины нужна еще одна зона обзора, so that's maximum, это максимум. It can maybe with upgrade in laboratory we will have 9. Может, с улучшением в лаборатории мы будем иметь 9. So that's the best thing we can afford. Это лучше, что мы можем себе позволить. Again, shipyard destroyed. Снова верфь уничтожена. That's perfect. Это идеально. And we will need to construct the docks. Доки надо будет производить. Вот по-любому доки надо будет производить. Okay, stop, stop. I'll build connector here. Давайте-ка вот здесь соединитель поставим. Awaiting orders. Awaiting orders. What resources we have? Что у нас за ресурсы? Okay, so we can actually have some resources here. То есть здесь, то есть какие-то ресурсы у нас могут быть. We will need to deploy the our anti-air. Там наша защиту надо будет ПВОшную разместить. Getting nearby, так. Reports, messages, так, отчеты, score, счет. That's the turn 42. 42 ход у нас, and there is no ecosphere as anybody has. И ни у кого экосфер как бы нету. That could be. Ну, такое может быть.
away. Мы смогли убежать. We could run away. Мы смогли убежать. Let's see, что у нас здесь? Missile cruiser, ракетный крейсер, not in range, не в зоне поражения. Activate, активируем. Fire. Огонь. Вот это загрузим. А, submarine here. Субмарина пусть идет сюда. Окей, can we fire? Можем ли мы атаковать? There was fire? Эти стреляли? Yeah, they damaged both of my AVAX. Оба АВАКа повредили. New power station. Новая электростанция готова. Research complete. Исследование завершено. All range. Так, все в зону дальность поражения. All getting in range. And checking the upgrades. Давайте-ка смотрим улучшения. So, the submarines, субмарина. 8 scan, все еще 8. That's sad, это грустно. But the AVAX would be better. Ну вот AVAX сейчас будет лучше. We need to upgrade the AVAX. Ну да, AVAX сейчас будет улучшать. Range, зону... обзора and speed и скорость. Окей, okay. And hits. Ну давайте-ка здоровье немножко поднимем. I guess that would be enough. Я думаю, вот это будет достаточно. What's with you? Что у нас здесь? Anti-air complete. Зенитка готова. Okay, we have a pretty nice defense. У нас достаточно хорошая оборона. Water platform. Водную платформу производим. Okay, that can be taken by our transports. Где наши транспорта? Let's activate here. Давайте-ка здесь активируем. Sentry, оборона. It cannot fire. Стрелять не может. Now it can. Вот теперь может. All weapons fire there. Всем орудиям огонь в ту сторону. This transport get here. Так, это транспорт сюда. We need to start deploying the base over here. Вот тут вот надо базу как-то дотянуть. Let it be on turn. Через один ход будет готово у нас. Ракетный крейсер через два хода. Это ресурсы, все ресурсы сюда. Окей, okay, I expected more. На самом деле ожидал, конечно, несколько больше. But okay, ну и так нормально будет. Build here anti-aircraft. Зенитку здесь разворачиваем, значит. Cannot move anywhere. Это тоже никуда двинуться не может. Here. Ну что, активируем. Remove, убираем. Build anti-aircraft. No. Нет, missile cruiser. Ракетную, ракетницу ставим. No, 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 that goes here. Нет, это сюда все. We need to deliver a radar dish over there. Туда надо будет радар доставить. And this repair vehicle, этот ремонтный. What's with the okay, plus one, plus один у нас идет. Power plan
balance enough. Вроде электроэнергии нам достаточно. Ангар. Yeah, underway, да, нам нужен ангар. We need all those facilities, все эти здания нам сейчас потребуются. That would be completed in two turns, через два хода будет электростанция завершена. And this, okay, till the next episode, до следующего эпизода. Live long and prosper, живем и процветаем.